Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас будет день пожигания. Уже было 9, сегодня 10 день будет. Попробуем сделать два сжигания, посмотрим, что у нас получится. Так, выбрал вот такие кроссовки. Все кроссовки были куплены не дороже 58 GMT. Плавно набирал 54, 55, 56, 57, 58, самый дорогой. Так, GST перевел. GMT у нас на балансе есть, два сжигания сделаем, погнали. Посмотрим, что у нас получится. Так, вот такой джоггер вышел, 2 на эффективность, комфорт, ну такой среднячок. Ресайлен самый мощный, 21, хотя он по идее нафиг не нужен такой. Так, давайте сделаем еще одно сжигание. Выберем вот эти кроссовки. Погнали. Еще один джоггер. Ну, вот это получше. 2 на эффективность и показатель такой, да, 18.6. Лак неплохой, комфорт и резеточка на ресайленс есть. Вот это уже получше. Не дается радужный кроссовок. Поясню, кто не смотрел там предыдущее видео. Изначально было выделено 208 салан, вот, там не помню уже сколько сжиганий было, потом позже статистику выкачу. И с этих, значит, на продаже стоят кроссовки, вот, они продаются, соответственно, с них покупаешь серые и дальше продолжаешь жечь. Вот. Потом по статистике посмотрим, насколько, в общем, сжиганий хватает. Получается, сейчас продажи 9 кроссовок, вот еще 2 добавятся вот эти, и будет у меня один из кроссовок также в продаже стоять. Цены смотрю, регулирую там по флору, которые совсем плохие. Ну и, соответственно, которые получше, да, показатели, то вот как вот этот. Это можно в районе 240 там выставить. Думаю, смело уйдет 240-250. В общем, ребят, вот такой вот был сегодня у нас контент, видео. Будем жечь до конца, сколько хватит. Изначально знали, что очень маленький шанс получить, не знаю. Уже и не верится в это, но все равно, так как был план, по нему иду, посмотрим, что получится. Получится, получится, нет, нет. Все, ребят, с вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал, ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.